Очередная пьяная выходка сына послужила поводом для ссоры с матерью, которая закончилась для него больничной койкой, а для женщины уголовным делом. Инцидент произошел минувшей осенью в частном секторе Саранска. 11 октября прошлого года в полицию поступило сообщение из больницы о госпитализации в медицинское учреждение с колото-резанной раной, проникающей в брюшную полость из своего дома по улице Чернышевского 39-летнего мужчину. Преступление оказалось очевидным, поэтому полицейские сразу же установили подозреваемую. Ею оказалась 58-летняя мать пострадавшего, с которой они вместе проживают. Следователи МВД выяснили, что в тот день сын, злоупотребляющий спиртным, вернулся домой и стал требовать у матери деньги на очередную порцию алкоголя. Наставления женщины о прекращении пьянства не повлияли на мужчину, и на этой почве между ними возникла ссора. В какой-то момент сына толкнул мать, которая в это время готовила обед. Она, в свою очередь, держа в руке нож, нанесла ему удар в живот своему чаду. Проведенная экспертиза установила, что мужчине был причинен тяжкий вред здоровью. Действия матери в МВД квалифицировали по статье 111 Уголовного кодекса России. Свою вину в совершенном преступлении женщина не отрицала. В отношении нее была избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. В настоящий момент уголовное дело направлено в суд. Екатерина Чермянина. Программа «Происшествия».